Привет, что читаете? Сегодня дежурный по чтению, я Екатерина Пазекова. В сегодняшнем выпуске я вам расскажу о новинке книжного фонда «Город пустых. Побег из дома странных детей» Рэмсона Риггса. Рэнсом Риггс – американский писатель, сценарист, известен благодаря своему роману «Дом странных детей». В детстве Риггс учился в школе для одаренных детей. Там он увлекся кинематографом, начал писать сценарии для фильма и снимать короткометражки. А вскоре для себя он открыл необыкновенное хобби – коллекционирование старых фотографий. Благодаря им он создал сюжет для своего романа «Дом странных детей». И некоторые фотографии стали иллюстрациями к нему. Мы гребли к выходу из бухты мимо качающихся на волнах лодок с ржавчиной на бортах. Мимо колонии молчаливых морских птиц, гнездящихся на остатках затопленных доков, обросших ракушками. Мимо рыбаков, опускающих в воду свои сети. Рыбаки смотрели на нас широко раскрытыми глазами, как будто сомневались в том, что перед ними живые люди. Видимо, 10 молчаливых детей и птица в трех утлых лодчонках и в самом деле напоминали вынырнувших из воды призраков. Мы так упорно гребли в открытое море, стремясь к выходу из единственной укромной гавани на многие мили вокруг. Как будто хотели как можно скорее покинуть не только бухту, но и мир живых людей. Зыбкие очертания угрюмых утесов, подернутых дымкой голубовато-золотистого рассвета, стремительно исчезали вдали. Где-то перед нами находилась наша цель – скалистый берег континентального Уэльса. Но пока он представлял собой лишь мутное чернильное пятно на бесконечно далеком горизонте. Над волнами возвышался старый маяк. Он сохранил такое невозмутимое спокойствие, как будто точно знал, вчерашние бурные события ему всего лишь пригрезились. Именно здесь, ежесекунда, рискуя погибнуть под градом пуль и разрывами бомб, мы чуть было не утонули. Именно здесь я взял в руки пистолет и нажал на спусковой крючок. Хотя мне до сих пор не удавалось осмыслить тот факт, что я убил человека. Именно здесь мы потеряли и снова обрели мисс Сапсан, вырвав ее из стальных челюстей подлодки. К несчастью, мисс Сапсан очень пострадала и нуждалась в помощи, которую мы были не в состоянии ей оказать. И сейчас она тихонько сидела на корме нашей лодки, глядя, как исчезает вдали созданное ею убежище. И с каждым взмахом весел выглядела все более растерянной. Наконец мы миновали волнорез и оказались в открытом море. Зеркальная гладь бухты тут же сменилась небольшими волнами, которые легко ударяли в борта наших лодок. Где-то высоко в облаках у нас над головой раздался гул самолета. И я перестал грести, запрокинув голову и представив себе, как с такой высоты выглядит наша небольшая флотилия. И этот мир, в котором я решил остаться, и все, что у меня в нем есть, и наши драгоценные странные жизни, заключенные в трех щепках, колышущихся в огромном, немигающем глазу моря. Наши лодки шли рядом, легко скользя по волнам, и попутное течение быстро несло нас к берегу. Мы гребли по очереди, сменяя друг друга на веслах, чтобы получить хоть небольшую передышку и восстановить силы. Впрочем, сил у меня было столько, что почти час я отказывался уступить кому-либо свое место. Я задумчиво греб, ритмично описывая руками вытянутые эллипсы, как будто подтягивая к себе что-то невидимое и неосязаемое. Хью греб, сидя на скамье напротив, а у него за спиной на носу лодки сидела Эмма, скрывая лицо под широкими полями Панамы и уткнувшись в разложенную на коленях карту. Время от времени она отрывалась от карты, чтобы, подняв голову, всмотреться в горизонт. От одного взгляда на ее освещенное солнцем лицо меня переполняла энергия, о существовании которой в собственном теле я и не подозревал. Мне казалось, я способен грести вечно. Но в какой-то момент Гораций, сидевший в соседней лодке, поинтересовался, какое расстояние отделяет нас от берега. Эмма прищурилась, глядя на остров, затем снова перевела взгляд на карту,
Что-то измерила пальцами и с сомнением в голосе произнесла. 7 километров? Миллард, который тоже сидел в нашей лодке, что-то прошептал ей на ухо. Эмма нахмурилась, повернула карту боком, нахмурилась еще сильнее и уточнила. То есть я хочу сказать 8,5. Не успела она договорить, как я ощутил, что силы меня покидают. Все остальные тоже заметно приуныли. 8,5 километров. Тошнотворное плавание на пароме, которое несколько недель назад доставил меня на Кернхолм, заняло бы не больше часа. Любая моторная лодка легко преодолела бы это расстояние, ведь оно было на 1,5 километра меньше, чем дистанция, которую мои далеко не спортивные дядья изредка пробегали во время благотворительных состязаний. Это было лишь немногим больше, чем если верить утверждениям мамы. Она преодолевала на гребном тренажере в своем модном спортзале. Но паром между островом и континентальным Уэльсом пустят не раньше, чем через 30 лет. А гребные тренажеры никто не нагружает людьми и их вещами. Они также не рискуют сбиться с курса, а следовательно не нуждаются в постоянной его коррекции. Хуже того, участок моря, который мы пытались пересечь, был печально известен кораблекрушениями. Нас ожидало 8,5 километров изменчивых и капризных волн над дном, усеянным обломками судов и костями их экипажей. Кроме того, где-то в этой непостижимой и непроницаемой глубине притаились наши враги. Те из нас, кого тревожила мысль о тварях, предполагали, что они совсем рядом, затаились где-то под нами и выжидают, укрывшись в немецкой подводной лодке. Если они еще не узнали, что мы бежали с острова, им предстояло выяснить это в самом ближайшем будущем. Они приложили столько усилий, похищая мисс Сапсан, не для того, чтобы сдаться после первой же неудачной попытки. А вот какие отзывы оставляют читатели? Прекрасное продолжение «Дома странных детей», уже более динамично по событиям. Книга пропитана духом выживания, отчаянием, смертью и опасностью. Описываются события 3 дней, но каким насыщенным были эти дни странных детей. Прекрасно закрученный сюжет, витиеватые шуточки, неожиданные повороты. В этом весь Ransom Rigs. Книга захватывает внимание от начала до самого конца, не позволяя читателю отвлечься даже на чай, несмотря на то, что сам читатель может быть уже далеко не подростком, а вполне взрослым человеком, с устойчиво сформированным вкусом в литературе. Жутковатые изображения лишь подстегивают интерес, вынуждая поскорее продраться сквозь них, чтобы узнать, что все, конечно же, будет хорошо. Военные корабли, которые подобно многоножкам ползали по линии горизонта, и британские самолеты, патрулирующие небо у нас над головой, не позволили бы подлодке подняться на поверхность средь бела дня. Однако ночью мы неизбежно оказались бы в их полной власти. Мы понимали, что они снова хотят похитить мисс Сапсан, потопив всех остальных. Единственной нашей надеждой на спасение оставался берег, которого мы должны были достичь до наступления темноты, и поэтому продолжали грести из последних сил. Мы гребли до судорогах в руках и плечах. Мы гребли, несмотря на то, что утренний ветерок стих, и солнце обрушило на нас весь свой испепеляющий жар. Мы обливались потом, и вдруг я с ужасом осознал, что никто не догадался прихватить с собой воды, и что в 1940 году не существовало солнцезащитных кремов. Кожа на ладонях вздулась, а затем полопалась, и мы поняли, что больше не в состоянии шевелить веслами, но все равно продолжали грести. «Из тебя льет ручьем», — заметила Эмма. «Пусти меня на весла, пока ты окончательно не растаял». Ее голос вырвал меня из дремоты, в которую я начал погружаться, и я вздрогнул, а затем с благодарностью кивнул и поменялся с ней местами. Впрочем, уже через 20 минут я потребовал, чтобы она снова уступила мне место. Мне не понравились мысли, которые начали закрадываться в мою голову,
пока тело отдыхало. Я представлял себе, как отец просыпается и обнаруживает, что я исчез, покинув наши комнаты в Кернхолме. Вот он находит поразительное письмо Эммы. Я как будто наяву видел охватившую его панику. Перед моим внутренним взором, заставляя меня пережить их снова, мелькали жуткие сцены, свидетелем которых мне пришлось стать. Я чудом умудрился спастись от чудовища, едва не сомкнувшего на мне челюсти. У меня на глазах погиб мой бывший психиатр, а погребенный во льду мертвец на мгновение восстал из потустороннего мира, чтобы прохрипеть что-то мне в ухо своим растерзанным горлом. Поэтому я греб, несмотря на изнеможение, стараясь не думать о том, что моему позвоночнику, вероятно, уже никогда не выпрямится, и о том, что мои ладони превратились в сплошные кровоточащие ссадины. Я пытался не думать вообще ни о чем, сосредоточившись на веслах, будто налитых свинцом, которые казались мне одновременно пожизненным приговором и спасательным кругом. В соседней лодке на весла налегала только Бронвин, силы которой казались неистощимыми. Напротив нее сидела Оливия, на чью помощь рассчитывать не приходилось. Попытаясь эта крошка потянуть за весла, она взлетела бы в воздух сама, и любой порыв ветра унес бы ее прочь, как воздушного змея. Поэтому Оливия криками подбадривала Бронвин, выполнявшую работу двоих, если не троих, четверых человек, с учетом всех чемоданов и коробок, сваленных в их лодку. В этих чемоданах находилась одежда, еда, карты, книги и множество гораздо менее практичных вещей, вроде нескольких банок с маринованными сердцами рептилий в брезентовом мешке Еноха. Или круглые дверные ручки, взрывом сорванные с двери дома мисс Сапсан. Хью подобрал этот сувенир в траве, когда мы шли к лодкам, и решил, что ему без него никак не обойтись. Горацу удалось спасти из пылающего здания объемистую подушку. Он заявил, что это его счастливая подушка, именно она не подпускает к нему ночные кошмары. Все остальные предметы были настолько драгоценными, что дети не расставались с ними, даже сидя на веслах. Например, Фиона сжимала коленями горшок с кишащей червями садовой землей. А Миллард разрисовал себе лицо полосами кирпичной пыли, перемешанной с пеплом, зачерпнутым у дома мисс Сапсан. Этот диковатый поступок можно было расценить как часть некоего погребального ритуала. Если все это и казалось странным, я хорошо их понимал. Ведь эти вещи были единственным, что связывало их с родным домом. Они осознавали, что дома больше нет, но при этом не были готовы с ним расстаться. Целых 3 часа мы гребли, как рабы на галерах, и за это время остров уменьшился до размера ладони. С этого расстояния он нисколько не напоминал зловещую, окруженную неприступными утесами крепость, которая открылась моему взгляду лишь несколько недель назад. Теперь он представлялся хрупким, и мне казалось, что волны способны в любую секунду смыть этот остроконечный осколок гранита с глаз долой. «Смотрите!» — вскакивая на ноги, закричал Енах в соседней лодке. «Он исчезает!» Призрачный туман окутал остров, заслонив его от наших взглядов, и мы опустили весла, грустно глядя на облачко, скрывшее от нас Кернхолм. «Попрощайтесь с нашим островом», — произнесла Эмма, вставая и сжимая свою широкополую шляпу. «Возможно, мы его уже никогда не увидим». «Прощай, остров», — произнес Хью. «Ты был к нам добр». Гораций опустил весла и замахал руками. «До свидания, дом. Я буду скучать по твоим комнатам и садам. Но больше всего я буду скучать по своей кровати». «Пока, петля», — шмыгнув носом, прошептала Оливия. «Спасибо за то, что берегла нас столько лет». «Столько счастливых лет», — уточнила Бронвин.
самых лучших лет моей жизни. Позднее книга получила продолжение «Город пустых». Обе книги попали в список бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс». Действие «Город пустых» начинается сразу после окончания первой части. Сюжет стоит в том, что главный герой Джейкоб и его друзья покидают дом своей миссис Перегрин, наставница, которую плохие люди превратили в птицу, а дети пытаются ее спасти. Во время путешествия они посещают разные города, и везде их преследуют, чтобы поймать для разных опытов. Но благодаря Джейкобу детям удается избежать смертельных ловушек. Однако птица, ради которой было задумано путешествие, оказывается совершенно не наставница. А кто это на самом деле, вы можете узнать, прочитав книгу, которая находится в центре чтения Дворца книги. А вы читали «Город пустых»? Делитесь в комментариях.